Войд, вон, родич, с гильдии. Привет. Здорово. Так, давайте, кто АФК, кто не бьет, а у кого урона не будет, я меняю вас сразу на пугов. Привет. Запустил. 14. Так, блуд ДК. И без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими. Так, еще тыкните на шкаф кто-то. Два БДК пишут. Тыкните, там добрал, типа, ливнул какой-то ДК босса. Так, чё, пятая пати хил, ну там нормально. Так, Фивс, Вако, и короче, Виталий Кун, если чё, у нас пекнется на этих, на чемпионов там. Всё, давайте. Фивс, значит, правого червя будешь танчить. Второй ДК левого будешь танчить. Давайте, рост. Великий, выйдите сюда. Че, слепые что ли? Выйдите сюда. Кто умрет, тот того кикаю сразу срезу. Почему так проседаете дико-то, а? В огне стоят. Давайте петухов маленьких убиваем. Чудовищами, кислотной утробой и давайте все правого червя с дупа стар. Танки. Да, вернее, ответ, отлично. Ага. Дверникс. Значит, сейчас. Жди, когда. Вот, сейчас он проблюет. Сейчас закончится каст. Желчь кинулась, теперь иди череп по ребе. Зеленые люди к черепу, череп к зеленым людям. И отворачивай теперь. Теперь снова отворачивай. За спину встали. От рейда отверни к стене. Теперь в другого червя бьет. Где это облако? Там бьет у нас. Где это бьет? Давайте бьете. Уже отводи, отводи, пока токсин тебя не замедлил. Панцирь там, клянцирь. Отхильте его, блядь. Давайте бейте сильнее. Ламбо ману, аршами, учителем. Вон там этот, Его, че там, Его девочка, прочитай гимн на ману. Я тебе это укидываю. Немножко рассредоточьтесь, хилы в одной точке не стойте, чтобы дыхание захилило.
дыхание, дыхание. Просто бежим в бок. Не дается ускорение. Кто-то тупой, наверное, у нас. Не вперед, сука, а в бок бежим. Бежим в бок от этого пидора. На него бежать не надо. Ну, блядь, какой-то дурак по КД. Вот этот шаман. Нормально это все? Дурака? Тебя поменять, я не знаю. Блядь, в бок бежал уж. Ну и как тебя убил? Ну, если ты видел, я бежал в бок. Ну и что, ты не успел добежать, да? Мне просто интересно, ты бежишь, там ускорение дается в обычке. Это в гере не дается. Я в гере без ускорения совой отбегаю в бок. Как ты не отбежал, я не понимаю. Ладно. Что тебе угодно? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Значит, кто хочет из Олчата? Так, что там? Дайте штруделей. Так, два тела как минимум мне в РК среди, но это ничего. Если кто-то хочет из Олчата в гильдии, то пишите. Сейчас после этого рейда будет РС-ка обычка, потом или еще РС-ка, или... и потом будет СМК обычка. 25-ки, да, ой. Мне. Ой, дай под друиданку. Чего? Кулак под друидом дай. А чё я? А кто? Вон там, смотри, сколько паладинов, блядь. Дживс есть? Вон стоит, справа. О, вижу. Значит, два шамана в первой пати, пожалуйста. А, как там, пронизывающие? Как это говно называется? Снимаете два это, бафа с босса, когда 10 стаков на боссе, вы снимаете маг и два шамана. У вас снятие стаков. Повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Возьму там, после рейда, не пишешь. Сейчас смотрите прикол. Давайте все врата играем, все врата. И врата, блин. Побежали. Пошел ты. Я думаю, ВК это что-то перепутал, я легко. Такие дела. Лики, осторожно, там зеленый огонек у меня встречи на. Вот, я думал, на это не поведутся, знаешь, типа. Ну, да. Это тест на прием в гильдию, да? И вы его провалили. Угу. Ваши ники запомнил. Сейчас бух половину с гильдии кикнули, блять, сразу. Круче было бы, если бы... Давайте вулкан, бьем вулкан. Смотри, уже не видно. Сам бей в него! Круче было бы, если бы я...
Круче было бы, если бы я побежал. Ой, главное в Ере кричи, а то... Может быть так же самое буду говорить, бейте тебя нахуй. А в Ере наоборот. Не бейте, типа бейте босса. Вот так вот. Родился при неудачных обстоятельствах. Отходим к этим щитам зеленым с красным. Так, Виталий Кул в танк. Я посмотрю, кто там будет. Центр ушли, все тотемы убрали. Все шаманы, уберите тотемы. Боярец выиграл, я не видел. Один шаман гиб. Дайте хапку маны. Да какая мана, блядь? Вон сову попросить залить. Иннер, блядь, ни у кого не нападает. Уберите тотемы. Не сагрят, надеюсь. Да похуй, если сагрят. Значит... Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Значит, включаем... Включаем в голове пульт. Кто? Все, давайте, давайте, Фир, Шакула, Виталий. Ставлю звезду, играем в звезду. Давайте, Фир по всем. А, Лок, а, изгнание на месяц даешь, виноватый. Только Фир, изгнание по очереди даешь. Все звезду играем, дали Фир. По крестику разоружение вары дайте. Лапа предков, квадрат, тайфун, контроль. Дайте фир этим пидорам, там где роботам. Так, сейчас найдем. А, вот рога, черепок, этот самый, фивс, забери рогу, он тебе будет. Оковы, ПКД, таунт. Так, что у вас там с этой, со звездой? Сирису убили, нет? Вы звезду? Да. Кого бьете, интересно, давайте сейчас посмотрим. Давайте крестик бить. То вы не знаете, кого бить. Крестик притягиваем в рейд, диспелим. Диспелим с людей. Вся тут прибьем. Даем сало. Все крестик играют. Все переключились в крестик. Фир хилам. Треугольник. О, вторая пати друид. Давай вихрь. Диспельте рейд по КД. Массовое рассеивание, фир плесты. Давайте диспыльте. Крестик играйте сильнее. Так, давайте. Лок, давай, изгнание по месяцу, не вижу от тебя. Изгнание, фир, всю хуйню. Так, квадрат. А, первая пати. Первая пати друид, по квадрату вихрь, пожалуйста, дай. Так, что у вас там с крестиком? Или нет? После крестика давайте звезду играть. Вы убили ханта, я чуть не заметил. Да. Все, тогда играйте звезду, это ДКшник. Остальных мобов, которые рядом тусуются, давайте фир по КД. Станы паладины, не очкуйте. Не сливайте в цель, которую бьют, сливайте в цель, которую хилят. Который хилит этих пидоров. И вы не сдохните тогда. Вот, молодцы. Вот это другое дело. Диспелим, хилим людей. Ну, вы все равно дохнете. Давайте звезду быстрее добиваем. Давайте звезду добили. Фир этим пидором. Вот, правильно. Звезду сильнее играем. Дерево зафиксировали. Давайте кружок переключились. Кружок играем. Магу сало. Сутки. Так, кто у нас там? Пока вы бьете кружок креста, Самула можно законтролить станом, фиром. Дать ему сало, удушение ДК.
А там с ДУТК 5.5, которые. Вот, играйте кружок. Ну и потом давайте тогда треугольник. Все, молодцы. Давайте сильнее в кружок. Контрольте хилов, которые хилят. Вот квадрат стоит, хилит. Контрольте его, давайте ему стан. Так, сейчас у меня откатится стан, кого-то застанет. Мата застанет. Давайте треугольник убиваем. После треугольника будем играть. Давайте квадрат. Лок также держи. Изгнание, фир по очереди на дерево. Маг нам ничего не сделает. Все, ну, хотите дерево играйте, но тут стоит. Вот. Тогда квадрату контроль. Дерево стан и будете деревом все. К черепу не подходите, а то он будет с того. Все, месяц добили, теперь квадрат играем. Давайте мага убьем. Давайте кого-то я не рогаю. Давайте вара. Я вижу. Давайте на звезду все напали, всем скоп. Ты, Виталик, он что-то по мане сел, забыл на себя щит баф. Я всегда сажусь по ним. А ты бафай на себя щит и нажимай клятву, она обновляется, когда тебя моб бьет. Все полезно. Не знаю, когда почему-то. Все, добили. К воротам отходим. Если хилят, то я не снижусь. Давайте на тарелок сделать. Великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Здорово. Нас ждет битва с королем. Прессимся быстрее, кто сдохнет. Подходим к воротам. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Отходите быстрее, кто сдохнет сейчас. Начнутся! Все берут черную, фикс черную. Так, кто там? Чего это успех? Нет. Все, там... блин, релок сделать надо. Сейчас серебро быстрее. Ну. Хив станчиш звезду, Виталий Кун кружок. Захил по рейду. Вторая пати приз гим на хп. Фулбэ, да. Захили его тереть на фулбэ. Шаман там не в курсе, что надо подождать. Да я неистовство, есть ли тебе, Виталик, что-то бегает в арке, да? Конечно, есть. Все отлично, я тоже берем. Шаман сам вставай, значит. Синячку.
еще способность какая-то будет. Смотрим внимательно. Если на той вальке будет чит, то сразу белый берете и меняете вальку. И другую победу. Смотрим, что будет. 2 секунды. Все нормально, ничего не меняет. Белый цвет берет. Быстрее играть. Это дела. Сама она сразу лез. Так, идем на нуба. Добрый день. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое. Шаман, нахрена тебе выбор смерти? Сложи ледяную скорбь, и я не рубианцы. Эрин, зачем тебе выбор? Может, их конец? По-моему, это империю, на которой. Не, а что здесь все по спеку хотите сказать, что ролили? Я сролил сейчас на Энха. Если бы все остальные ролили бы по спеку, вопросов бы не было. Пошли на Ануба. Дело боюсь. Я могу отдать РЛ, не вопрос. Пускай ролит. Вы сами же не по спеку ролите. Ну давай разберемся. Кому отдать? Че, потерял выбор? Он не перекладывается. Переложи его на другую выше. Просто так, вставишь строку вот такой. Ну давай посмотрим, что у нас выбор. Это PvP тринька, да, считается? Угу. На Энха она идет на PvP, да? Давайте выбор на PvP. Таликун с ДК на трэше, Фивс на боссе, чек на пул. Когда ничего не пишешь, не говоришь РЛу, типа, и идешь в этом спеке, то есть ты не фуловый Элен, я так посмотрел на твои триньки.
логично было бы положить, чтобы ты ролил на Элема, да, чтобы его одевать, если ты, допустим... Понятно, нет. А ты посмотри, кто нитил выбор, они все по спеку ролили. Не, ну нет, вот видишь, нет, все. Я не смотрел, кто там что ролил. Это сейчас не важно. Я имею в виду тот факт, что ты нажал «нужно», это говорит о том, что у тебя Элем, допустим, если бы был бы фуловый, то выбор у тебя бы остался. Так, ну, я так думаю. Начинай, ДК. Это место станет вашей могилой. Значит, трэш под босса, пожалуйста. Я почему-то не вижу, что... Давайте, два жука заливаем. Ты вот жука увел в голову. Зачем ты его туда увел? Ну, фрейм босса, кстати. Ну, ты не можешь его в жопу ставить, вот где милики бьют и жука, и босса. Могу. Ну так ставь, видишь, твоего жука сливают последним. Его не бьют. Сейчас жуков сливаем. Жуков под босс. Жуков бьем веселее. Танки вы здесь? На лужу зайдите. А вот череп на лужу. Гости заявились, как и обещал, господин. Шаман, как у тебя дела? Не убежал. Пользуюсь пока что у нас перерыв, пока босс зарылся. Я что хотел сказать по поводу, ну, вот этого ролла, да? Логично было бы предположить, что люди идут сюда и не ролят на 3 спека, на 2 сразу. То есть мы такого не делаем. Ну, это по, ну, по, чисто по-человечески. Вот, я поэтому и объяснил. Если бы в данной ситуации у шамана был фуловый элем, то выбор, ну, по распределению остался бы у него по этому групповому. Потому что логично, что он его на ПВП заберет. Ну, как бы не было бы вообще претензий. А так как я смотрел его тринки на Элема 200 уровня, я подумал, что надо кинуть его на ролл еще раз. Вот. Так что я думаю, вопросов нет. Пережуков бьем. Ну, пытался написать. Видели жуков. Видите босс? Может, Гелеру? Рейд на половине хп держим. Всем спасибо. Прямо сейчас будет сбор в рейд RS25 оп. Если кто-то желает, напишите мне на этого же персонажа. Войд, я палом пойду.